You're listening to Internet Radio Fontanka FM. 21 час 3 минуты, волшебные несерядные, замечательные совершенно ведущие появляются здесь в студии. Игорь Чередник, соответственно, Владислав Ярослав Альгердович Глебович, это один человек. Скажите что-нибудь. Ура, ура. Добрый всем вечер. Прекрасно, вечер добрый звучите всем. Звучите вы прекрасно. Это ну, зашибись. Рассказывайте. Да, здравствуйте еще раз. Привет, Женя. Начинаем программочку. Что-то я ковырялся в новинках и обнаружил такую группу, которая называется «Высоты», или по-английски «Heights». Вот, и у них свеженькая пластиночка вышла. Вот, решил я сегодня вас чуть-чуть, не грузить, чуть познакомить с инструментальной музычкой. Вот, а чем мне эти люди как бы зацепили, как я на них вышел? А вышел я на них, потому что там играет барабанщик. На всякий случай напомню, что я как бы тоже этим делом занимаюсь уже 40 лет почти. Вот, и поэтому, естественно, меня это зацепило. А барабанщик известной группы Tesseract. Зовут его Джей Постонс. Вот. И великолепный барабанщик. Он сейчас в топах, в хитах. Это английская группа. Сейчас Англия, Великобритания прет очень сильно в этом направлении. Это кроссовер метал прок. Так, наверное, можно это обозвать, этот стиль. То есть это смешение всего на свете. Они и джаз могут, они и какие-то там биг-бендовские штуки вставляют. Там мелодика красивая, шикарная, сумасшедшая техника владения инструментами у всех. То есть такой уровень, так планку задрали. И там ряд пятерочка команд, такая вот, которая в авангарде всего этого дела. Ну вот в эту пятерочку как раз и попадает группа Tesseract. Итак, сайт-проект барабанщика из группы Tesseract Джея Постонс, его фамилия Постонеса, вот, называется «Высоты» или «Heights». Пластинка, которая только что вышла, свежайшая, называется следующим образом. «Fantasia on the Hike, Processions of Sun, Moon and Countless Stars Above», что можно приблизительно перевести как «Это фантазия на высоких орбитах Солнца, Луны и бесчисленных звезд выше». Вот как-то так это. Влад, может, грамотнее переведет он? А я полного названия и не знал. А, вот видишь, как. У меня название заканчивалось на не Procession. Я и не знал, что дальше такое название. Представляешь? Вот, целая фантазия. Тут мы с Владом послушали эту фантазию, и нас мнения чуть-чуть не то что разошлись, вот. А сошлись. Сошлись в одном, что это сайт-проект не бомба, но вкраплениями крутизны. И вот эти вкрапления крутизны я выкрапил, и постараемся сегодня вас с этими вкраплениями и ознакомить. Итак, песенка, которая будет идти 5 минут 20 секунд, тоже не короткое название. Solar Bringer of Chaos, Lunar Bringer of Light. Еще раз, 5 минут 20 секунд. Heights группа. We'll be right back.
Фонтан КФМ, волшебный нетерядный. Я напомню, что Игорь Чередник, Владислав Ярослав Альгердович Глебович ведут программу. И продолжайте, пожалуйста. И слушают прекрасную заставку Сергея Табачникова. И Владу передают слово. Да. А сегодняшнее повествование будет вытекать из прошлой передачи, когда я рассказывал о Майке Висаджо, американском клавишнике-вокалисте, который записал в 2005 году, записал и выпустил сольный диск. Мы послушали с него одну песню. И результатом работы над сольным проектом стало решение продолжить музыкальную деятельность, но не в одиночку, а создать группу. И он создал эту группу вместе с барабанщиком Майклом Мюрреем, с которым он записывал диск. Группу назвали Kinetic Element. Кстати, название придумал вот этот тот самый Майкл Мюррей. В 2009 году вышел диск Powered by Light. Состав группы: Майк Висаджо, вокал, фортепиано, орган, синтезатор, мелотрон, Майкл Мюррей, барабаны, Тодд Рассел, гитары, Тони Де Амато, бас. Надо сказать, что бас-гитаристы менялись. Основные трое: клавишник, вокалист, барабанщик и гитарист. Клавишник, вокалист — один человек. Майк Висаджо. О нем. На записи он использует 5 клавишных инструментов, но акцент, конечно, на Hammond B3 орган. С ощутимым влиянием Yes, Genesis, Asia и Emerson, Lake и Palmer. Ну, куда же без грандов. Он комфортно чувствует себя в большинстве музыкальных стилей, но особенно выделяется в классическом роке, прог-роке, блюзе и джазе. Также он отмечает любовь к органной музыке барокко. Он брал уроки игры на органе у профессора Поля Мейнарда из Квинс Колледж музыкального. Вот. И сейчас песня «Riding in Time», путешествие во времени на 9 минут 6 секунд.
lover. In our past, we don't remember. In our future, very cold. Listen hard to the clarion signal. It tells you a story, the greatest one that has ever been told. Let it begin to fashion you whole.
Фонтанка FM, волшебные нетериадные, и Игорь Чередник, Владислав Ярослав Альгердович Глебович, пожалуйста. Да, здравствуйте еще раз. Ну что ж, теперь мой пас. Ты мне паснул, мячик у меня. Мой ход. Мой ход. Ход конем. Вот, еще одну песенку послушаем с вами, если вы не успели забыть. А если успели, напомню. Из свеженького альбома проекта Heights. Знаменитого на сегодняшний день тем, что там играет Джей Постонс, барабанщик группы Tesseract. Вообще-то это трио. Кроме него там еще играет гитарист Ал Хеслоп и бас-гитарист Джон Хопкин. Я поковырнул чуть-чуть всякие источники, и что-то я не понял, кто это, что это, где играли. Возможно, это известные люди, скорее всего, не очень, потому что это таких проектов, если честно сказать, довольно много всяких таких вот сайт-проектов. Ну, например, есть такой проект Jelly Jam, называется. Уже 4 альбома у него. Я такую критику плохую про него слушал. И думаю, ну, он в прогархивах где-то выпускается, издается. Я смотрю, у него спрос есть. Вот. Но что-то вот как-то мимо меня он все проходит. Вдруг бах, смотрю, там на него такая критика. Я прочитал 3-4 отзыва, думаю, ну и не буду я тогда. А потом смотрю музыкантов, а там Джон Майонг, бас-гитарист группы Dream Theater. Думаю, нет, все-таки мне вот эти чужие мнения не интересны, дайте-ка я все-таки сам его послушаю. Ну, что хочется сказать? Ну, не выдающаяся история, но интересная. Все равно интересно. Время от времени хочется так вот послушать такую музыку, ну, хорошо сделанную, такую нормальную, все, но не как в последнюю минуту жизни. Мне вот нравится, когда пластинка, когда люди выжимают себя, и это хорошо, и это здорово, до последней капельки, когда делают пластинку. Потом накапливают опять вот эту вот эмоцию, вот это вот, ну, образно говоря, воду, вот этот сок. Потом опять на пластинку должно полностью раскрыться должны люди. Вот я так думаю. Нельзя так, по чуть-чуть. А сайт-проекты, есть отличные вещи, да, но, как правило, это такое, ну, не то, что по остаточному принципу, вот, ну, скорее, так сказать, работа уже каких-то, то есть идет загруз какими-то уже наработанными штуками, немножко на автомате, вот. И я, значит, не предвосхищаю, что там будет что-то такое атомное, термоядерное. Вот и много таких довольно проектов. Есть исключения. Во второй половине программы я вам поставлю это исключение. А сейчас все-таки давайте еще продолжим. Мы только начали ознакомление с этим проектом, который, еще раз напомню, называется «Hikes», «Высоты». Длиннющее название альбома, 15-й год, там про солнце, про планеты, все. Ну вот, и песенка называется «Новая звезда» или «New Star». 5 минут 30 секунд. We'll be right back.
Волшебный нетериадный на Фонтанка FM. Владислав Ярослав Альгердович Глебович, Игорь Чередник. И продолжайте беседу, господа. Пас Владу. Принимается. Ловится. Шайба, шайба. Kinetic Element. Следующий участник. Майкл Мюррей, барабанщик. Отец Майкла тоже барабанщик, который по сей день играет в группах, выступающих в окрестностях города Норфолка. Сам Майкл начал играть в 6 классе, и благодаря тому, что барабаны были дома, использовал каждый момент для репетиций. Майкл был участником групп, играющих блюз, рок, кантри. Его любимый барабанщик Нил Пирт. А группы Rush, Yes, Pink Floyd, Led Zeppelin, Hat, Allman Brothers Band, Steve Ray Vaughan, Spock's Beat, Goff Mule и Dave Matthews Band. То есть каша такая. И кантри, здесь все намешано. И вот про него все. Следующая песня на 8 минут 20 секунд называется «Ascent. Восхождение». Had any place
patience to persevere, to keep inside a killing, burning, roaring fire. I will surely, surely reach the crest, because my will has strength to match this great desire. I'm looking down again, I see that burning valley below, and I know that at the summit, yes, I know that at the summit, I will find the book. A book about a man. I'll find the book that will tell me like nothing, nothing else can. Yes, I'll read the book. I'll find out what was the master plan. Yes, I'll read the book. I know it will tell me what I must know. Нетерядно на Фонтанка FM. Да, разговариваем мы тут так, ветер весело, бодро. Влад, что-то хотел сказать-то? Да, вот спрашивают, где мы берем такую музыку. А, да, да, да. А кстати, мы не ленимся искать, слушать, не пугаемся неизвестных имен, много-много перелопачиваем, много шлака уходит в сторону. Немножко остается в нас, и выходит очень долго это все. Вот. Это может каждый при наличии желания. Нет, при наличии огромного чувства, которое называется любовь. Любовь к музыке, к жизни, к людям, ну и много-много другому. Вот. Так что, вот я написал, кстати, если кто в чате, я там все разложил по полочкам. Вот, так что берем, находим, смотрим, роемся, обмениваемся. Я, например, низкий поклон, прям не стесняясь, Владу говорю, потому что он мне просто на многое открыл глаза. Я был молодой, глупый, примитивный, думал, что вот Led Zeppelin, Deep Purple, это все, больше музыки вообще никакой нет, просто в природе. Там Queen, там TCC, да. Влад говорит, ты чё? Это, говорит, самое, там самое, говорит, такое не очень интересное даже. Говорит, да? Не менее интересно. Ну да, говорит, что есть группа, говорит, такого же уровня, просто их никто не знает. Я говорю, ну отдай-ка мне. У меня было такое предубеждение, что вот, то есть, ну, выше, это называется не видеть дальше горизонта. Вот видел я горизонт, а дальше не мог помыслить, так сказать, немножко пошире, так сказать, сообразить. Вот случай был на рынке, на Юноне,
торгую я дисками. Подходят постоянные покупатели. И говорят, что, а я им раз коробку новинок. Там много интересного, очень много интересного было. Они смотрят, не знают. Я говорю, ну вот беру, ну сколько вот там помещается в руку, 5-6 дисков. Я говорю, вот возьмите на неделю, дома послушайте. Они как на сумасшедшего на меня смотрели, взяли диски и в следующие выходные приносят обратно со словами, возвращают все, ничего не оставив, говорят, ну Deep Purple-то лучше. Ну вот о чем с такими людьми разговаривать? Ну да, ну а мне, мы с тобой когда вместе в магазинчике трудились, в дисковом, не подумайте, ничего плохого, мы работали с Вадом вместе в магазине по распространению, не скажу по продаже, по распространению хорошей музыки в виде компакт-дисков. У нас под крышей было помещение, и мы считали, как бы, что небольшая зарплата — это как премия к нашему любимому делу. Вот. Расширение, так сказать, мыслящих, думающих людей. Круга мыслящих и думающих людей. И так-таки ко мне приходили люди и говорили: а еще дай что-нибудь, а что-нибудь еще дай, а вот ты в прошлый раз такую крышу. Вот так что разные бывают. Конечно, разные. У нас были почитатели, в смысле постоянные покупатели, которые только к нам ходили, и мы им давали, они безоговорочно это брали и говорили: да, круто. Вот, то есть уже тогда, а это был 97-й год, скоро будет почти 20 лет, вот, представляешь, назад мы начали эту деятельность по внедрению искусства как-то. Искусство в массы. Ну и вот, будем дальше внедрять. Идем дальше. А песенка следующая. У меня это все пятиминутные композиции. Вот. Следующая песенка. Группа под названием Heights, то есть высоты, из альбома свеженького 15-го года. Давайте я вам еще раз прочитаю. Fantasia on the high processions of sun, moon and countless stars above. Так он называется. Длинное название. А название песни на сей раз короткое. Называется она «Центрифуга». Идет 5 минут 33 секунды. Thank you.
Вы слушаете интернет-радиостанцию Фонтанка-ФМ, волшебная несериадна, продолжаем. Да, пару слов буквально. Вот что здесь, что меня не очень этот альбом потряс, он меня чуть-чуть тряхнул, но не сильно потряс. И мы с Владом тут сошлись, что здесь отсутствуют гитарные соло, басовые соло, барабанные соло. Здесь просто набор таких рифов, грувов, таких вот... И демонстрации техники. Да. И показывают люди, что вот мы, типа, играем, что-то сочиняем такое. Я еще раз говорю, что здесь такая... Я не назову это словом. Халтура. Зачем? Альбом крепкий, хороший. Люди капитальные, все. Но вот еще раз хочу подчеркнуть, что минус таких вот разовых сайт-проектов, то, что это, конечно, немножечко такое... ближе, больше коммерческая история такая, что или просто время провести приятно. Вот, что здесь как бы есть основной проект, который вот там все без остатка отдаешься, а тут дай-ка я сыграну там, типа там от нечего делать, или там время, чтобы приятно провести, как-то вот так, наверное, вот это все делается, хотя, может быть, какие-то другие мотивации могут быть, неважно. Важно то, что половина лимона не дожалась. Они могут больше и лучше. Влад, вот как пафосно я закончил. Да. А я опять Kinetic Element предлагаю. И расскажу о последнем постоянном участнике группы. Тодд Рассел. Это гитарист. Это музыкальный ученый группы. Он имеет степень, в кавычках, доктора наук в музыке. Ну, по-другому перевести мне не удалось. Но вот Игорь сказал, профессор в музыке, есть такое звание. Ну, вот. Вот у него оно есть. Он никогда до этой группы, до Kinetic Element, никогда не играл в рок-группах, хотя много работал в джазе и классике. Он дал группе очень много, так как обладает возможностью аранжировки. А это немаловажно. Видимо, другим участникам этого не хватает. И последняя на сегодня песня группы Kinetic Element – «Now and Forever». Сейчас и в будущем. Всегда. 7.29.
барабанного брейка вывожу Игоря Чередняка. Барабанный. Вот, вот, вот. Я слушаю. Ну все, давай, да. Говори. Дорогие друзья, заканчивается эфир наш. Я обещал вам вторую группу. Группа называется Night Scene. Я все-таки в следующей программе поподробнее про нее расскажу. Вот. Замечательная, сумасшедшая группа. Ну, коротенькую песенку успею вам поставить. Итак, до следующего раза. Мы с вами в следующем часе, в начале, я надеюсь, опять да. Псевдомы. Вот. Называется она Barbariani The Gate. To Internet Radio, Funtank FM. Привет, друзья! Здорово, я Чир. Это Глеб. Ага. Мы прилетели! Сейчас и будет продолжаем. Огромная песня! Кинетик элемент. Две длинные вещи. 28 в общей сложности. Минуты 29 секунд. Да. Поехали. 9-й год. Полетели. США. До свидания. Пока.
There's peace of mind and peace of heart. A mind renewed won't fall apart. Instead, it enters into rest and finds one passing all the tests. The sights, the sounds, the vision fair, the thoughts of pure things everywhere. These things to think on, things to do, can make a senseless world sane for you. A day will come when everything is all restored and he is king. A paradise no longer lost, but all regained at infinite cost. All favors to our fellow man will be repaid tenfold, and then their work.
the world.